И опять давайте начнем о наболевшем. Довольно часто нам в техподдержку пишут вопрос: мы что-то нажали, включили сквозные клики, теперь не можем зайти в чат. Для того, чтобы их отключить, достаточно нажать Ctrl-Alt-U. В принципе, здесь все написано. Также для тех, у кого в играх не пропадает нижняя панель задач, иногда такое бывает, есть такая команда Ctrl-Alt-P. Ну, как видите, я как раз с помощью нее и скрывал свою нижнюю панель задач, чтобы она не была показана на стриме. То есть, если у вас какие-то две из этих проблем возникают, можете воспользоваться текущим решением.